Приветствую вас во второй части по вязанию кофточки. Итак, мы в первой части связали две полочки и связали вот такую спиночку. Теперь нам нужно сделать плечевые швы. Смотрите, плечевые скосы я буду сшивать трикотажным швом с изнаночной стороны. Просто как лицевую гладь сшиваю трикотажным швом, так я буду сшивать лицевой гладью, но с изнаночной стороны 11 петелек на спинке и 11 петелек на плече, вот здесь вот ближе к проймочке. Для этого вы верните на изнаночную сторону наше полотно. И вот я как раз таки вам говорила оставить краешек ниточки. Мы им и будем сшивать. То есть у меня сейчас краешек ниточки, тот, который мы оставляли в начале ряда на спинке. И я вот буду сшивать этой ниточкой вместе с полочкой 11 петелек. Для этого вдеваем ниточку в иголочку и начинаем закреплять за нижнюю крайнюю петельку. То есть я беру с верхней ниточку, закрепляю на нижней, возвращаю затем через верхнюю и снимаю верхнюю вообще полностью со спицы. Итак, постепенно я буду снимать со спицы по одной петельке. Смотрите, вот она у нас, считай, что прошитая нижняя петелька. Я ввожу в нее иголочку и ввожу в соседнюю петельку, которая не прошитая, и снимаю ее со спицы. Это с нижней спицы. Далее нахожу прошитую петлю с верхней спицы, вот она у нас, и беру непрошитую петельку с верхней спицы и спускаю ее со спицы полностью, пропускаю сквозь нее рабочую ниточку и снова снизу смотрю, вот она прошитая моя петля и не прошитая. Я не прошитую спускаю со спицы и продеваю сквозь прошитую и не прошитую рабочую ниточку. Точно так же и сверху. Вот она моя прошитая петелька и не прошитая. Вот я ее спускаю со спицы с верхней и прошиваю рабочей ниточкой. И вот так вот я буду чередовать. Хотите, можете включить отдельное видео трикотажный шов или сшивание открытых петелек и так далее. То есть просто я буду прошивать как лицевую гладь обычную вот эти вот петельки, потому что у меня изнаночная гладь с лицевой стороны, поэтому я буду прошивать лицевой гладью с изнаночной стороны. И вот таким вот образом нам нужно закрыть 11 петелек с верхней и с нижней части. То есть получается со спинки, та, которая верхняя у меня спица, и с нижней. Это полочка у нас вторая. Я буду так закрывать петельки и на первой спинке и первой части, и на второй части спинки и второй части переда. Вот таким вот образом у нас получается сшивание красивое, ровное с изнаночной стороны. И с лицевой стороны у нас получается вот такая вот изнаночная гладь. Закрытие петелек получается изнаночной гладью. Итак, плечевые швы наши сшиты. Все получилось довольно-таки аккуратненько. Как на мой взгляд, это самый оптимальный вариант сшивания таких вот плечевых швов, когда изнаночная гладь сзади. Вот. Если хотите, можете просто сшить иголочкой закрытые петли и так далее. То есть вы уже смотрите на свое усмотрение. Так как боковые стороны у нас сшивать не нужно, они у нас были сдельные, то приступаем непосредственно уже к вывязыванию капюшончика. Мы возвращаемся к той ниточке, которую я вам говорила, не отрезать от основного моточка. То есть вот она в начале лицевого ряда. И вот отсюда как раз таки мы начнем вязать. Смотрите, сейчас мы петельки делать не будем на этой планочке, так как это капюшон, а просто берем основные спицы. Если у вас на основных спицах, то можете переодеть сразу и далее вязать прямыми обратными рядами. То есть мы продолжаем вязать прямыми обратными рядами ровное полотно, такое, как и вязали с самого начала вязания. Мы сейчас берем, снимаем кромочную, далее у нас 6 лицевых планки, так и будем вязать 6 лицевых. Далее у нас идет 6 изнаночных промежуточные петли между жгутиками и
нашей планочкой. Вот мы вяжем эти 6 изнаночных без изменения. Далее у нас идет петли жгутика 6 лицевых. Мы так и будем вязать жгутик и на капюшоне продолжать. А теперь у нас идет 2 изнаночные. Вот я вам предлагаю одну изнаночную связать. Затем между изнаночными поднимаем вот такой вот промежуток. Вот он у нас, петельку. И вяжем скрещенной изнаночной петлей. То есть как бы делаем прибавочку к вот этому нашему вязанию. И теперь у нас уже, провязывая вторую изнаночную, уже 3 изнаночных здесь. Теперь берем боковую сторону, там где у нас плечевой шов. Теперь вам понадобится крючочек. И начинаем с боковой стороны между полочкой и спинкой поднимать 4 петли. Вот вводим крючок в первую петлю, подняли, одели на правую спицу, затем вот она, здесь где-то посерединке смотрим, вторую петлю поднимаем. Здесь вот еще снова посерединке третью петлю. И последнюю, четвертую петлю можете поднять. Можете 5 поднять. В принципе, здесь уже сильно роли не сыграет. Чем больше вы поднимете, тем просто пышнее капюшончик у вас будет. И можно вот пятую как раз таки петлю. Главное, запомните, что если вы с одной стороны подняли 5 петель, то со второй стороны вам также нужно будет поднять 5 петель. Вот это самое главное и главное запомнить вам. Теперь продолжаем вязать, переходим на петли спинки. Итак, петли спинки вяжем. Первая изнаночная, вторая изнаночная. Затем поднимаем промежуток между второй и третьей петлей и вяжем вот эту подъем петли изнаночной, то есть делаем прибавление. Снова первую петлю вяжем изнаночной и вторую петлю вяжем изнаночной. Между второй и третьей поднимаем петельку и делаем прибавление. Вяжем эту петельку поднятую изнаночной петлей. То есть нам нужно добавить количество петель для пышного капюшончика. И вот так вот я буду поднимать каждую третью петлю между второй и третьей изнаночной по всей части капюшона. Здесь, возможно, будет не совсем удобно. Если будут спускаться петли, обратите на это большое внимание, чтобы у вас не распустилось вязание. И вот теперь снова первая, вторая изнаночная. И между второй и третьей поднимаем петельку, которую вяжем изнаночной петлей. Вот так. Главное, чтобы не делилась ниточка и не распускалось ваше вязание. Смотрите, будьте внимательны. Можете поднимать просто петельки в этом ряду, а в следующем провязывать. Но я буду сразу провязывать, так будет минимально видно затем в дальнейшем при вязании. Итак, снова первая, вторая лицевая. И опять поднимаем между второй и третьей петлей. Перекрещенную вяжем изнаночную петлю. Можете взять крючок, если вам неудобно, так как крупные спицы, возможно, будет не совсем удобно. Но продолжаем набирать. У вас наберется порядка 10 петель, вот таким вот образом чередуя. Если вы будете чередовать 2, а третью прибавочку делать. Снова вот 2 петли изнаночные, между второй и третьей делаем прибавление. Прибавление, еще раз повторюсь, я сразу вяжу изнаночной. Не совсем будет удобно, но постарайтесь. Довязали на спинке прибавление. И я провязала 2 последние изнаночные петли без прибавления. Далее мы набираем со второй стороны, со второго плеча, как и с первого, 5 петелек крючком. Вот так вот первая петля. Захватываем рабочую ниточку. Затем вторая петля, затем третья петля. Вот здесь вот прямо посерединке где-то смотрите, где можно захватить. Четвертая петля и последняя, пятая петелька. Если вы набирали с первой стороны 4 петли, то, соответственно, с этой стороны симметрично набираем также 4 петли. Обязательно подтяните, чтобы они не были растянутые. И теперь продолжаем вязать, смотрите, одна изнаночная, затем поднимаем промежуточную, вяжем изнаночную симметрично первой стороне.
довязываем вторую изнаночную. Далее у нас пошли петельки жгута 6 лицевых. Затем у нас идут 6 изнаночных и 6 лицевых планочки. Кромочная у нас изнаночная. Мы провязали первый ряд. Затем начинаем с третьего ряда, то есть он у нас будет лицевой. Мы продолжим вязать. Изнаночный ряд у нас по рисунку, здесь ничего не меняется. Там, где у нас петли планки лицевые, затем лицевые у нас идут петли, которые вот здесь вот в промежуточке, затем изнаночные петли жгута, все остальные петельки у нас абсолютно все лицевые. И желательно вот эти петельки провязывайте аккуратненько, можете даже там, где у вас получаются такие вот зазорчики, провязать скрещенной лицевой, для того, чтобы у вас не получилось в итоге дырочек. Поэтому вяжем изнаночный ряд по рисунку. Главное, что мы вяжем изнаночными петли жгута с одной стороны, и с другой стороны все петельки у нас здесь остаются лицевые. И в третьем ряду капюшона мы просто продолжаем вязать все петли изнаночные, кроме вот этих вот петель жгута с одной и с другой стороны и петелечек планочки. Смотрите, планочку мы от начала до конца вязания будем вязать 6 петель вот этих платочной вязкой без дырочек для пуговичек, то есть без петелек. Теперь смотрите, петли жгута мы так и будем вязать лицевыми, перекрещивая в каждом восьмом лицевом ряду. То есть смотрите, сейчас мы сделали перекрещивание, когда вязали полочку, затем провязали один изнаночный ряд, и сейчас мы провязали с вами лицевой и изнаночный ряд. То есть фактически это уже получается сейчас лицевой, даже я бы сказала, наверное, четвертый ряд это лицевой. Да, это четвертый ряд, затем пятый, шестой, седьмой провяжете и в восьмом сделаете перекрещивание. То есть сейчас просто продолжаем вязать изнаночной гладью с лицевой стороны. Несмотря на вот такой аккуратненький переход, нам нужно было расширить капюшон. Можно было бы закончить эти петельки и набрать петли из уже, скажем так, цепочки закрытия петелек. Но мне это, честно говоря, не нравится, тем более кофточка для маленького ребенка. Я не люблю, когда здесь рубчики какие-то. В общем, в принципе, мне кажется, что вот такой вот набор дополнительных петелек более или менее аккуратный и красивый. Здесь же нам нужно будет спрятать вот эти вот ниточки, которые остались после закрытия плечевых скосов. Вот. И какие-либо ниточки, которые у вас были при присоединении ниточек и так далее. То есть прячем вот эти вот краешки ниточек и вяжем капюшон прямыми обратными рядами. Вот такой вот изнаночной гладью плюс косы. С одной стороны коса и с другой стороны вот она у нас коса. И планочка вот эта. Вот. Мы вяжем где-то в высоту порядка 20 сантиметров. То есть какой вы хотите высоты капюшон. И связав где-то сантиметров 5, посмотрите, немножечко вот так вот сделайте отворот и посмотрите, достаточная ли глубина капюшона. Если вам этого мало, можете вернуться к первому ряду, там, где мы с вами набирали петельки. Можете дополнительные петли взять с вот этой вот стороны, где у нас промежуток между планкой и косичкой. И также можете на спинке набрать, допустим, не чередуя, две прибавка изнаночные, а, допустим, одна прибавка, затем 2 петли прибавка, снова 1 петля изнаночная прибавка, 2 петли прибавка и так далее. То есть вот таким вот образом вы сможете увеличить количество петель. В общем, продолжаем вязать высоту капюшончика и затем будем закрывать петельки. Итак, я связала высоту капюшончика нашего и получается сделала одно перекрещивание, второе, третье, четвертое, пятое и шестое. Затем провязала изнаночный ряд и лицевой и закончила вязание в конце лицевого ряда. Теперь я для удобства переодела на две спицы. Хотите, можете оставлять на одной, но при этом вам нужно будет сложить вот так вот пополам наш капюшон с изнаночной стороны, то есть вот посмотрите, в конце лицевого ряда мы закончили вязание, и вот так вот у вас должно получиться в итоге при сложении. И теперь мы будем вдевать ниточку вот эту в иголочку, нужно отрезать нам ниточку в
размером в 3 сложения. То есть, смотрите, вы раз отмеряете ширину полукапюшона, второй раз и третий раз. Можете немножечко с хвостиком, отрезаем ниточку. И теперь с изнаночной стороны я буду закрывать также трикотажным швом, как и плечевые скосы. Смотрите, мы закрепляем нашу рабочую ниточку. Сначала я в верхнюю петельку ввожу, затем в нижнюю возвращаю. Вот так вот для удобства разверните себе, чтобы было вам удобно закрывать петельки. Я бы переодела на 2 спицы, как я это сделала. Вот так будет более вам гораздо удобнее. И теперь смотрите, спускаем прошитую петлю сверху и вводим крючок, вводим иглу в прошитую петлю и в непрошитую. Вот так вот. Затем снизу в прошитую петлю первую и в следующую непрошитую. Вот так вот. И спускаем ее со спицы. Затем снова у нас вот она прошитая петля снизу и непрошитая на спице. Мы непрошитую прошитую прошиваем иголочкой и спускаем вторую петельку со спицы. И вот так вот поочередно то прошитую спущенную со спицы, то непрошитую я буду прошивать иглой. И тем самым будет получаться у нас трикотажный шовчик. Вот так вот. То сверху буду прошивать 2 петли, прошитую и непрошитую, то снизу. Смотрите аккуратненько, чтобы у вас не путалась ниточка. Сильно не затягивайте наш шовчик трикотажный. Можете посмотреть в интернете, как сшить 2 полотна. Там будет более подробно показано. Вот. И я буду вот таким вот образом, самым простым способом сшивать наш капюшончик. То прошитую, то непрошитую прошивать. И вот смотрите, что у нас получается. У нас получается вот такой вот бесшовный шовчик. И вот так вот он выглядит с лицевой стороны. Как по мне, очень даже аккуратненько получается. И вот смотрите, мы сшивали трикотажным шовчиком от начала. Вот здесь вот, как вы видите, никакого перехода нет, сильно рубчика не видно. Вот он у нас аккуратненький, красивенький. И теперь мы дошли до кос. Косы я буду сшивать на лицевой стороне, то есть я выворачиваю спицы. Вот мы с вами закрывали. А теперь я поворачиваю вот так вот лицевой стороной. И последнюю прошитую петельку я прошиваю вместе с первой лицевой. Уже на лицевой стороне, обратите внимание. Теперь здесь нахожу последнюю петельку прошитую изнаночную. Вот она у нас. И прошиваю ее вместе с непрошитой лицевой. То есть я вот эти лицевые петельки, которые у нас на косичке, буду прошивать с лицевой стороны, для того, чтобы у нас был красивый вот такой вот непрерывный шовчик. И чтобы не было видно, в общем, минимально его было видно, можно так сказать, с лицевой стороны. Самое главное, это нужно вам посмотреть видео отдельное, где как сшивать трикотажным шовчиком открытые петли, для того, чтобы вы поняли, что я делаю. Так как объяснить это сейчас, как бы по ходу работы, очень тяжело. Вот, это нужно отдельным видео вам посмотреть, как сшивать, чтобы для тех, особенно кто не сталкивался с трикотажным шовчиком, будет не совсем понятно, что я делаю. Главное, запомните, что с изнаночной стороны мы сшиваем трикотажным швом вот так вот до момента, где у нас лицевые петельки, а затем лицевые петли мы разворачиваем на лицевой ряд и сшиваем уже также трикотажным швом, но по лицевым петлям с лицевой стороны. А затем снова поверну я на изнаночную сторону и буду сшивать тоже трикотажным шовчиком дальше. Там у нас будет лицевая гладь с одной и с другой стороны, поэтому совсем не составит труда ее
сшить, но с изнаночной стороны. Обратите внимание, после того, как я прошью сейчас лицевые вот эти петельки косы, или жгутика, и правильнее сказать, вот, я поверну на изнаночную сторону, где продолжу сшивать по лицевым петлям с изнаночной стороны. Дошивали наши лицевые петли с лицевой стороны, снова развернули на изнаночную сторону и продолжаем дальше сшивать вот эти вот лицевые петли с изнаночной уже стороны. То есть я продолжаю вот так вот прошивать то прошитую сначала, беру петлю, то не прошитую. Не прошитую я, одевая на иголочку, снимаю со спицы. И получается вот такой вот непрерывное закрытие петелек получается. И, как по мне, очень-очень красиво в сравнении с закрытием петелек, а затем сшиванием капюшона. То есть мне этот способ более нравится. Вот. И благодаря изнаночной глади с лицевой стороны мы можем сшить с изнаночной стороны красивую, сделать лицевую гладь. И в итоге с лицевой стороны у нас будет красивый краешек. Сильно не затягивайте закрытие петелек, когда будете делать вот здесь сшивание трикотажным шовчиком. У вас должно идти как непрерывное вязание. Вот смотрите, что получается в итоге. Вот он наш шовчик, если вы обратите внимание, то есть стык. И абсолютно ничего не видно. Как по мне, этот способ наиболее как бы такой оптимальный. И мне, посмотрите, нравится. С лицевой стороны у нас получается вот такая косичка. То есть все очень красиво и аккуратно получается. Из-за того, что косички у нас направлены в разные стороны, у нас получается средняя вот эта часть, как бы такой вот переход. Это абсолютно незаметно, и, как по мне, это самый, скажем так, красивый способ закрытия. То есть смотрите, дальше идет вот изнаночная гладь непрерывная. И я, когда дошиваю, вам покажу, как получается в итоге капюшончик. Вот мы дошивали до конца, у нас не осталось уже петелек на спицах. И теперь мы пропускаем сквозь прошитую снизу и прошитую последнюю петлю. Вот так вот последний стежочек. Теперь берем, закрепляем вот эту ниточку и прячем в косичку лицевой глади. И посмотрите, что у нас в итоге получилось. У нас получился бесшовный такой вот капюшончик. Вот так он выглядит с лицевой стороны. Хорошо вытаскиваем уголок. И вот что получается у нас в итоге. Вот так с одной стороны. И вот так вот выглядит капюшон с другой стороны. Мне такой вариант более нравится больше, чем остальные. Поэтому вот так вот на лицевой и изнаночной глади я использую вот такой трикотажный шовчик. Вот это наша верхушка, это внутренняя сторона. Довольно-таки получилось, как на мой взгляд, аккуратно. Вот, и мы приступаем к вязанию рукавчиков. Для начала на спице меньшего размера наберите 34 петельки. И мы должны связать резиночку 2 на 2 спицами меньшего размера для того, чтобы сделать такой вот стянутый краешек резиночки на рукавчике. Я оставила при наборе длинный хвостик где-то с размером 50, может даже больше сантиметров, для того, чтобы потом не делать присоединения при сшивании рукавчика. Можно было бы рукавчик вязать на чулочных спицах в непрерывном вязании по спирали, для того, чтобы был у нас без шва рукавчик. Но так как у меня прямыми обратными рядами связана кофточка, то при круговом вязании у меня вязание будет отличаться от прямого обратного вязания. Поэтому я буду вязать такими же прямыми обратными рядами, как и само полотно кофточки, для того, чтобы вязание у меня просто было одинаковое. И нам нужно связать 34
петельки резинкой 2 на 2, начиная с двух лицевых, это кромочная, далее лицевая. Мы вяжем в первом ряду 2 лицевые, затем в каждом последующем ряду первую снимаем непровязанные, затем 2 изнаночные, 2 лицевые и так далее. У нас должен ряд закончиться двумя изнаночными, затем лицевая и кромочная. Как бы фактически кромочную и первую петлю, и кромочную и последнюю петлю мы будем считать как 2 лицевые. То есть при сшивании у нас кромочные заберутся, и у нас получится с лицевой стороны, как вы помните, вот это у нас косичка, с лицевой стороны должна получиться вот такими вот двумя изнаночными петлями. Если вы уберете кромочные, то у вас получится 2 изнаночные при сшивании. Вот, далее нам нужно, если вы вяжете кофточку большего либо меньшего размера, нам нужно главное распределить петельки для центральных косичек. Так как у меня центральные косички занимают 6 петель с одной стороны, 6 петель с другой стороны, и между ними должна быть изнаночная. Поэтому при распределении петель и подсчете на рукавчик, сколько вам нужно набрать, вы должны обязательно учесть то, что у вас посередине должны быть 2 изнаночные, и затем 2 лицевые, 2 изнаночные, 2 лицевые с каждой стороны, то есть 6 петелек, из которых потом будут косички. А далее уже набираете столько, сколько вам нужно петелек для общей ширины. Я сделала рукавчик не слишком узкий, чтобы ребеночку было удобно, и в то же время, чтобы можно было поддеть какой-то гольфик, и ребенку ничего абсолютно не стесняло, не мешало. Вот, поэтому сейчас я набираю 34 петли, вяжу, получается, первый ряд 2 лицевые, 2 изнаночные, 2 лицевые, 2 изнаночные, для того, чтобы закончить лицевой и кромочной изнаночной, и вяжу 9 рядочков, так как мы вязали начальное полотно для кофточки. Кто не помнит, можете включить видео сначала. Вот, и провязав 9 рядочков, мы окажемся в начале лицевого ряда, где начнем формирование центральных косичек. 10 лицевой ряд мы меняем спицы на размер побольше и начинаем вязать первый ряд формирования узорчика центральных косичек. Если вы посмотрите и поделите пополам, получается 17 петель в одну сторону, 17 петель в другую сторону. Вот они, ваши 17 петли к середине, это 2 изнаночные. То есть делим полотно пополам, 2 изнаночные. От этих двух изнаночных идут 2 лицевые, 2 изнаночные, 2 лицевые, 6 петелек, это первая коса. И в другую сторону точно так же. Вот мы должны до вот этих вот 6 петель с одной стороны и с другой стороны довязать изнаночные петли, но при этом мы будем делать расширение рукавчика. Так как это самая узкая часть, мы начинаем делать расширение уже с 10 ряда, либо первого ряда узора. Кромочную снимаем, далее у нас идет одна изнаночная. Из этой изнаночной петли мы должны связать 2 петли. Каким образом? За переднюю стеночку заводим спицу и вяжем обычным способом лицевую петлю. Не снимая лицевую петлю со спицы, мы за заднюю стеночку с другой стороны этой же петли на левой спице вяжем еще одну лицевую и спускаем со спицы на правую. У нас получилось 2 петельки. Такие прибавления я буду делать в начале ряда после кромочной и в конце перед кромочной. Далее мы вяжем до средних вот этих вот 6 петелек все петли изнаночные. То есть вот эти 2 лицевые вяжем 2 изнаночные. Далее 2 изнаночные, это 4 уже петли. Далее 5, 6, 7, 8. И смотрим. Вот они наши. Уже пошли 6 лицевых косички. Поэтому мы, провязав 8 изнаночных, начинаем вязать 6 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Затем 2 промежуточные изнаночные между косичками. 1, 2. И снова 6 лицевых для второй косички. 1, 2. 3, 4, 5, 6. Далее снова вяжем. Получается 8 изнаночных. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. С предпоследней перед кромочной вяжем прибавление. Из изнаночной вывязываем лицевую. Не снимая за заднюю стеночку, вяжем вторую лицевую. И теперь снимаем со спицы кромочная, изнаночная. В 10 ряду мы сделали прибавление 2 петелек по краям по одной петле. Спицу меньшего размера
сторону откладываем и продолжаем вязать изнаночный ряд. Изнаночный ряд мы, как всегда, будем вязать по рисунку, как ложатся петли. Кромочную снимаем, но далее у нас идет прибавление. Прибавление мы, как и всегда, вяжем лицевыми петельками. То есть, смотрите, запомните, что главное в следующем ряду, когда будете вязать изнаночный ряд, вот эти вот изнаночную гладь петли, у нас прибавление вяжется лицевыми петлями. То есть по рисунку у нас идет изнаночная гладь с лицевой стороны. Так она должна идти от начала до конца изнаночной гладью. Затем у нас идут 6 первых петель косы. Это с этой стороны они у нас изнаночные по рисунку. Далее 2 промежуточные лицевые. Снова у нас 6 петель изнаночных второй косы. И далее идут все петельки лицевые, вплоть до прибавления нашего в конце ряда. И кромочная наша, как всегда, будет изнаночная, без изменения. И первую я буду снимать, кромочную, не провязанной, для того, чтобы не нарушать рисунок. Запомните, что все изнаночные ряды, как всегда, вяжем по рисунку, при этом соблюдаем, чтобы прибавки были у нас лицевыми петлями с изнаночной стороны и изнаночными петлями с лицевой стороны. Далее, третий ряд, мы прибавления пока не делаем. Мы кромочную снимаем, далее все изнаночные вяжем по рисунку изнаночными петлями до 6 наших лицевых петель косы. Первую косичку мы начинаем вязать. Первые 2 лицевые так и вяжем на правую спицу 2 лицевые. Затем берем дополнительную спицу и вторые 2 петли лицевые снимаем на дополнительную спицу и оставляем перед работой. Довязываем 2 последние лицевые первой косы и возвращаем с дополнительной спицы 2 лицевые петли, оставленные перед работой. Мы сделали наклон влево. Затем вяжем 2 изнаночные промежуточные. Снова берем дополнительную спицу. Снимаем 2 первые петли лицевые второй косы и оставляем за работой. Затем вяжем 2 средние лицевые и возвращаем с дополнительной спицы на правую спицу, провязывая 2 лицевые. Последние 2 лицевые, которые остались на первой косичке, мы просто довязываем 2 лицевые. Таким образом, мы с вами повернули в зеркальном отображении 2 косички начали. Вот это получается у нас первый ряд раппорта узора. Перекрещивание во внутреннюю сторону. Далее мы довязываем до конца ряда все петли изнаночные. И изнаночный ряд у нас вяжется по рисунку. 14 лицевой ряд. Кромочную снимаем. Далее вяжем изнаночную гладь без изменения по рисунку. Затем доходим до лицевых 6 петель. Первые 2 петли лицевые снимаем на дополнительную спицу и оставляем за работой. Средние 2 петли провязываем на правую спицу, затем возвращаем с дополнительной спицы 2 лицевые петли, провязывая на правую спицу. Сделали перекрещивание и довязываем 2 лицевые до конца нашей первой косички. Теперь 2 изнаночные промежуточные и вяжем вторую косичку. Первая лицевая, вторая, затем третью, четвертую переодеваем на дополнительную спицу и оставляем перед работой. Довязываем 2 лицевые, оставшиеся на левой спице, и с дополнительной спицы возвращаем, провязывая 2 лицевые на правую спицу. Сделали перекрещивание снова в зеркальном отображении и довязываем до конца ряда все петли изнаночные, как изнаночную гладь. При этом, смотрите, у нас сейчас, провязав изнаночный ряд, будет закончен раппорт узора, который мы будем вязать в высоту вот этих косичек. То есть вот эти 4 ряда, начиная с 3 ряда после резиночки, нам нужно будет повторять до самого конца вязания нашего рукавчика. То есть сейчас провяжете изнаночный по рисунку, и на этом наш раппорт узора вот этой косички закончится. 16 лицевой ряд мы повторим как 12 ряд с перекрещиванием и началом вывязывания раппорта узора. То есть с 12 по 16 ряд мы повторяем все время одинаково. 12 как 16, а между ними вяжем перекрещивание вот так вот в зеркальном отображении второй части раппорта.
То есть сейчас мы вяжем 16 ряд, и при этом мы повторим, как и в 12, сделаем прибавление в начале и в конце ряда. Кромочную снимаем, далее с первой петли изнаночной вывязываем 2 петли. Смотрите, вяжем лицевой, затем, не снимая за заднюю стеночку, вяжем с этой же петли вторую лицевую. Сделали прибавление, далее вяжем изнаночные петли до начала лицевых петель косички. Теперь петли косички, 2 из них мы вяжем по рисунку, 2 лицевые, то есть повторяем 12 наш ряд. 2 вторые петли лицевые мы снимаем на дополнительную спицу и оставляем перед работой. Третьи 2 лицевые провязываем на правую спицу, затем с дополнительной спицы провязываем на правую спицу оставленные 2 лицевые на дополнительной спице. Сделали перекрещивание влево, затем вяжем 2 промежуточные изнаночные. И снова берем дополнительную спицу, оставляем за работой первые 2 лицевые второй косички. Затем провязываем 2 средние лицевые на правую спицу. Возвращаем с дополнительной спицы, провязывая 2 лицевые на правую спицу. И довязываем 2 лицевые, оставшиеся во второй косичке. Теперь вяжем изнаночные петли до 2 последних петель ряда. Из предпоследней петли мы вывязываем 2 петли, то есть делаем прибавление в рукавчике для расширения. Вяжем за переднюю стеночку лицевую, не снимая лицевую со спицы, за заднюю стеночку вяжем также лицевую. И теперь кромочная у нас петля, изнаночная. Мы сделали прибавление и изнаночный ряд мы снова вяжем по рисунку, при этом у нас вот эти петли глади вместе с прибавлениями. Будут лицевые с изнаночной стороны. И смотрите, теперь, чтобы вы не запутались, я вот так вот немножечко вам нарисовала. Смотрите, мы набрали 34 петли, провязали 9 рядочков раппорта резинки 2 на 2 в высоту. Теперь в 10 ряду мы сделали прибавление. И нам вот таких прибавлений нужно сделать на протяжении всего вязания 9 штук. То есть 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Я нарисовала 9 таких вот черточек, и чтобы не запутаться, я на разных, скажем, сторонах прочередовала ряды, в которых нужно делать прибавление с обеих сторон. То есть это 10 ряд мы с вами сделали после резиночки сразу, вот здесь вот в первом ряду после резинки. Затем мы провязали раппорт узора, и в начале второго раппорта узора в 16 ряду мы с вами сделали прибавление. Теперь мы сделаем прибавление в 22 ряду, это лицевой ряд, в 28 ряду это лицевой ряд, в 34, 40, 46, 52 и 58. Чтобы вам было удобно считать ряды, самое главное, запомните, как вяжутся косички перекрещивания. Вы, я думаю, уже просто по рисунку будете ориентироваться, где вам нужно делать перекрещивание вот этих средних 2 петелек. Влево или вправо, самое главное это запомните. И чтобы проще было считать, смотрите, вот мы сейчас сделали прибавление. Далее отсчитываете 5 рядов, то есть это у вас будет изнаночный, лицевой и изнаночный. Затем в следующем 6 ряду, то есть в каждом 6 ряду лицевого ряда мы будем делать прибавление. С 10 по 16 5 рядочков, с 16 по 22 5 рядочков, с 22 по 28 5 рядочков в середине. И в каждом 6 ряду лицевом мы будем делать прибавление. Прибавление я буду делать в начале и в конце ряда, для того, чтобы после прибавления у нас в итоге получилось в 58 ряду мы сделаем последнее прибавление, 52 петельки. Я потом объясню, что это за плюсики, я вам потом расскажу, когда мы довяжем 58 вот этот ряд с последними прибавлениями, чтобы у нас получилось 52 петельки, я вам потом расскажу, как мы свяжем дальше. Так как общая высота рукавчика у нас 28 сантиметров, то мы вяжем прибавление увеличение рукавчика расширение. Косичка остается без изменения, 4 ряда раппорта в высоту так и остается. И при этом, если вы заметите, при прибавлении у вас будет прибавляться
вот в 10 ряду и в 16 мы прибавили в начале рапорта, а затем в 22 это будет середина рапорта, в 28 ряду это начало рапорта, в 34 это середина рапорта, в 40 это начало рапорта и так далее. То есть мы будем чередовать прибавления независимо от косички. В каждом 6 ряду лицевом, вывязывая из первой изнаночной петли после кромочной прибавку и предпоследней петли перед кромочной, изнаночную, тоже будем делать прибавление. При этом изнаночная сторона у нас будет вязаться по рисунку, прибавления будут лицевой гладью, а косичка без изменения по рисунку. Я думаю, что здесь вам должно все остаться понятно, поэтому продолжаем. Это у нас был сейчас конец 16 ряда, далее продолжаем отсчитывать 17, 18, 19, 20, 21. И 22 это будет лицевой ряд, делаем прибавление. Снова 23, 24, 25, 26, 27. Довязываем изнаночный 27 ряд и в начале 28 ряда и в конце делаем прибавление. То есть главное запомните, что изначально у вас должно быть 34 петли, либо какое-то количество, которое набрали вы для нужного вам обхвата ручки. Затем учитывайте обязательно вот эту изнаночную часть посередине от нее, которые должны идти две косички. Они у нас будут промежуточные, две изнаночные, как и на боковой стороне кофточки. И дальше просто самое главное отсчитывайте по 5 рядочков, косичку вяжите по рисунку, а в каждом 6 ряду лицевом делаете прибавление. И делаете до тех пор, пока у вас в 58 ряду не будет 52 петли. Итак, связав до 58 ряда, у нас получается следующее, если бы было 10 прибавление, было бы в 64 ряду. Но я отметила плюсик, его не будет этого прибавления. Мы просто до 64 вяжем ровно, продолжаем, то есть 5 рядочков, не делаем прибавления и дальше вяжем еще 5 рядочков. То есть смотрите, с 58 по 68 ряд, то есть 10 рядочков, нам нужно провязать без изменения. Вы сделали последнее прибавление до 52 петель и затем прямым полотном изнаночными и лицевыми рядочками вяжем скосами. Вот, еще 10 рядочков. И нам нужно закончить вязание в начале 69 ряда. Мы в начале 69 ряда, это у нас изнаночный ряд, сейчас закроем петельки. То есть просто вяжите прибавление до 52, а затем прямым полотном с учитыванием вот здесь вот перекручивания кос. Теперь смотрите, если взять от начала вязания вот эти рапорты, у меня получилось, сейчас я вам покажу. Вот у нас первый рапорт, затем второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый, десятый, одиннадцатый, двенадцатый, тринадцатый, четырнадцатый и один ряд лицевой. Первый ряд 15 рапорта, и мы сейчас находимся с вами в начале изнаночного ряда 69 ряда. От начала вязания. И теперь закрываем петельки. Закрываем не слишком туго, но и сильно тоже не растягиваем петли. Кромочную снимаем. Далее у нас идет лицевые петельки. Мы вяжем их лицевыми и накидываем предыдущую петлю. Спускаем на эту петелечку и снимаем со спицы. То есть смотрите, закрываем обычным способом самым. Вот так вот протяжками предыдущей петли на последующую провязанную лицевую. Вот так вот протяжками я закрываю полностью все лицевые петельки в изнаночном ряду. Самым обычным способом, который только возможен. Если вы не знаете, как закрыть петельки, можете посмотреть отдельное видео по закрытию петелек. Итак, в общем, вот такой вот косичка у нас получается закрытие петель. Мы закрываем полностью все вот эти лицевые петли, всю лицевую гладь с изнаночной стороны. Затем у нас идет 6 петель изнаночные нашей косички. Мы будем вязать эти 6 петель изнаночными петлями. То есть смотрите, где лицевые, мы вяжем лицевые петли и делаем протяжку на лицевые петли. Там, где изнаночные 6 петель, мы вяжем первую петлю изнаночной, на нее одеваем предыдущую. Вторую петлю изнаночную на нее одеваем предыдущую. Третью петлю изнаночную вяжем на нее предыдущую, одеваем четвертую, пятую и шестую.
Далее у нас идут две лицевые, мы их вяжем лицевыми. Первую, затем на нее одеваем предыдущую петлю. И вторая петля лицевая, на нее одеваем предыдущую петлю. Снова у нас идут 6 петель изнаночных. Мы эти 6 петель по очереди вяжем изнаночными петлями и одеваем на нее предыдущую петельку. Вот так вот вяжем изнаночную, на нее предыдущую. Изнаночную, на нее предыдущую. То есть вот таким вот образом я самым обычным способом делаю закрытие. Затем у нас снова лицевые петли, поэтому над лицевыми я вяжу лицевые и накидываю предыдущую провязанную петельку. И вот смотрите, что у нас получается. У нас получается самое простое закрытие петелек. Благодаря тому, что мы здесь вязали изнаночные петли, у нас с лицевой стороны будет продолжение красивой косички, посмотрите. Если вы провяжете все петли абсолютно в ряду лицевые, не вязав там, где у нас изнаночные изнаночными, то у вас получится такой вот рубчик на косичке с лицевой стороны. Вот чтобы его не было, лучше провяжите над изнаночными петлями изнаночные, а над лицевыми лицевые. Вот таким вот образом я сделаю закрытие петелек и затем оставлю ниточку для того, чтобы пришить рукавчик. Я оставляю обычно ниточку в 3, где-то приблизительно в 3 сложения, если отмерить нашу ширину рукавчика. Последняя изнаночная, я делаю изнаночной и на нее одеваю предыдущую. Итак, смотрите, вот она ширина рукавчика. Я измеряю где-то ниточку в 3 сложения, 1, 2 и еще раз возвращаюсь, 3, отрезаю. И вот такую вот ниточку я оставляю для пришивания рукавчика. И теперь смотрите, вывернул на лицевую сторону, вот так вот повернул наш рукавчик. Получается вот здесь ниточка для сшивания рукавчика у нас осталась вот так вот. Я буду сшивать рукавчик тайным швом, захватывая за вот эти вот петельки кромочные боковые стеночки. Вот одна петля, вторая, третья и точно так же с другой стороны. У нас получится красивые рукавчики. Рукав именно непосредственно к пройме я буду пришивать за вот эти наши петельки закрытия, косички. Либо можете просто такими вот соединительными столбиками с кромочными петлями проймы. Если вам так удобно, пожалуйста, закрывайте так. Можете просто тайными швами пришить к проймочке. Второй рукавчик делаем аналогичным образом. То есть вяжем 2 одинаковых абсолютно рукавчика и одинаковое делаем закрытие. А теперь смотрите, берем нашу, будем считать ее жилеточкой сейчас пока. И смотрите, вот у вас получается 2 косички и центральные 2 изнаночные петли. Вот вы между этими изнаночными петельками находите середину. Точно так же на плечевом скосе находите середину. И булавочкой прикрепите эту серединку к плечу серединкой, для того, чтобы вам при сшивании было удобно распределить петельки ваши на пришивании рукавчика вот так вот и плечика. То есть, чтобы вы пришили абсолютно ровно и красиво. Ищите здесь середину на плече и вот здесь вот между изнаночными. Прикрепляете булавочкой и дальше пришиваете либо тайными стежками, либо можете, еще раз повторюсь, за вот эти кромочные петельки, соединительными столбиками и вот эта косичка. Но с изнаночной стороны. Если тайными швами, то с лицевой стороны. В общем, вы определяетесь, как вы будете пришивать. В принципе, здесь значение не играет большого роли. Главное, самое главное, не затягивайте сильно, скажем, ваше вязание, чтобы у вас швы не получились грубые. Либо это при сшивании за кромочные петли, либо это при сшивании в общем тайном. У вас не должно быть грубое здесь соединение. То есть рукавчик у вас не должен сильно уменьшиться. Вот здесь вот проймочка не должна сильно уменьшиться для того, чтобы ручка ребенка свободно проходила. И после того, как я пришью вот здесь вот рукавчики к пройме, я дальше продолжу сшивать рукав тайными швами, начиная от... вот здесь вот от нашего запястья, вот так вот, до подмышки. Вот так я буду сшивать, сшивать, сшивать и дойду до подмышки. Так, один рукавчик и второй. И нам останется всего лишь пришить пуговички на планку, там, где у нас планочка для пуговиц, на расстоянии вот здесь вот
там, где у нас должны быть пуговички. Но смотрите, обязательно, обязательно рекомендую вам не пришивать пуговицы до тех пор, пока у вас полноценно не высохнет кофточка. То есть смотрите, пришив рукавчики, вы намачиваете кофточку в тепленькой водичке, не в горячей, обязательно в теплой. Можете добавить немножечко ополаскивателя какого-нибудь такого для размягчения ниточки. Ниточка будет тогда у вас после стирочки приятная. Вы ни в коем случае не стираете ничего, а просто намачиваете хорошо, пусть она у вас намочится. Отжимаете такими вот легкими движениями рук, то есть обязательно ни в коем случае никакой там жесткой, скажем так, жимки руками или ни в коем случае не в машинке. Вот, и выравниваете на ровной поверхности вот эти косы наши, красивенькие, выравниваете хорошо. Можете промокнуть полотенчиком, чтобы наверняка у вас не так долго сохло ваше полотно. И хорошо вытягиваете планку с одной стороны и с другой стороны, так как если вы посмотрите, у вас планочка получается короче, чем все вязание. Поэтому, когда намочите планку, можете даже какими-то обязательно пластиковыми, ни в коем случае не железными булавками, а пластиковыми, прикрепить, чтобы именно высохла вытянутая планочка одна, и можете вытянуть вторую, вторая. То есть лишь после того, как у вас высохнет вот в таком положении ваша кофточка, можете пришивать на уровне, там, где у вас петельки, пришивать пуговички на планки. Либо если вы пришьете пуговички сейчас, то смотрите, вот у вас между вторым и третьим изнаночным рядом петелька, значит и здесь между вторым и третьим изнаночным рядом. Дальше отсчитываете 12 рядочков изнаночных, и между 12 и 13 вот у вас петелька. Снова здесь между 12 и 13 от последней петли снова петелька. В общем, пришиваете пуговички, затем намачиваете, либо сначала хорошо намочите, высушите ваше изделие, красивенько выложите на ровную поверхность, желательно, чтобы застелена была поверхность тканью. Вот, не обязательно сушить на доске, либо на клеенке. На клеенке очень долго будет сохнуть, обязательно подстелите какую-то ткань, можете марлю. И, конечно же, учтите, на чем вы будете сушить, чтобы у вас ни в коем случае не полиняло. Пришиваем рукавчики, пришиваем пуговички, и, в принципе, наша кофточка уже готова. Вот я пришила самым обычным способом рукавчики. Я пришивала с внутренней стороны по кромочным петлям вот этой вот косички нашей или жгутика крайнего. Кромочные петли у нас здесь были, изнаночная одна петелька. И за кромочные петли окончание рукавчика. Затем я взяла иголочку в ручки, заправила краешек ниточки, который мы оставляли на рукавчике, и сшила вот эту внутреннюю часть иголочкой внутренними швами такими потайными за петельки между кромочными петлями боковыми. Вот, у нас получилось немножечко вот так вот ребристо, но это из-за переходов. Если бы не было этих переходов прибавления, то, конечно, было бы поровнее. Но, честно говоря, меня это абсолютно не смущает, так как это изнаночная гладь. Этого по ходу носки будет абсолютно не видно. Все здесь будет хорошо, не переживайте. Вот, и пришиваем пуговички. То есть пуговички я пришиваю на тех же уровнях, там, где и делала петельки. Вот, кофточка у меня уже просохла, поэтому все стало на свои места. Здесь у нас красивая лицевая гладь с внутренней стороны, с внешней стороны у нас изнаночная гладь. Вот, в принципе, наш капюшончик все красивенько легло. Пришиваем аналогичным образом и второй рукавчик. Далее обязательно не забудьте спрятать все краешки ниточек, которыми вы пришивали, которые у вас оставались при вязании. Вот, и в принципе наша кофточка уже полностью готова. Пришиваете пуговички желательно швейными ниточками, так как у нас здесь очень грубая нитка, и вы, если будете рассоединять ее пришивать, то возможно она будет по ходу пришивания рваться, либо пуговички будут неплотно сидеть. Пришивайте швейными ниточками в тон цвету кофточки. Это такой совет небольшой. Вот, пуговички я взяла диаметром чуть-чуть больше 10 русских или украинских копеек, то есть где-то порядка 12 миллиметров у меня пуговичка. Я взяла не слишком большую, но и не маленькую. Так как пуговички в течение носки, петельки для пуговичек в течение носки могут немножечко прирастягиваться, поэтому я взяла
пуговички больше, чем 1 мм. Обязательно на это тоже учитывайте внимание. Опять же, пуговички должны подходить к цвету кофточки. Вот, если вы вязали для мальчика, то более возьмите какие-то консервативные пуговички, допустим, на 2 удара классические, либо на 4, в общем, мужские. Вот. Ну, так как это для девочки у меня, то я взяла такие вот красивенькие пуговички. В общем, наша кофточка готова. Я надеюсь, что вам было все понятно, понравилось. Конечно же, лайкайте, комментируйте. Не забывайте подписаться на мой канал, будет много нового интересного. Всем хорошего настроения. Пока-пока!